что такое, когда вспыхивает индекс на экране? Индекс? Что бы это значило, да. Я думаю, что он на своем спишет все. Я не знаю, но мы сейчас состряпаем фильм, а потом ты за... что захочешь, союз пошлешь. Кого мы шмарим? Ну, я, например, собираюсь часть использовать из того фильма, который мы только что сняли. Mm-hmm. Может быть, часть какого-то... А в каком смысле? Что я захочу, то я союз захочу. Ну, я имею в виду, ты можешь на свою пленку потом сгруппировать все, что захочешь. А я думаю, вы подготовите уже пленку, которую... Не, я думаю, что... Будем раздавать все нашим знакомым, я не знаю. Ну, Аляше можно там показать одно, а если ты захочешь там кому-то еще что-то показать, будет другое. Слушай, как эпично. Камера не урчит? Сейчас вроде нет. Как я буду? Мне показалось, что когда ее держишь прямо... Я сейчас, если, могу, если я сейчас сделаю ближе picture, она, видимо, зорчит. Слушай, так интересно смотреть. Там у тебя в объективе линза расширяется. Да, а вот сейчас вроде зорчит. Я говорю, это, по-моему, зависит от того, как ты снимаешь. Может быть. Тебе нравится? На средне, да? Достаточно. А ты знаешь, мне нет трубы, я не знаю, какие такие глубинные-глубинные струнки мои души. Что меня интригует в стенке, то что он единственный интеллигент, если это шушер-мушер, который играет. Действительно начитанный интеллигент мужик. Рубинштейн. Рубинштейн. Я есть приходящий. Давай, приходящий, потому что мы снимающий. О! А, Рубинштейн, это ты же. А, посмотри. Смотри. Разницу чувствуешь? Ты думаешь, что в камере, а ты на я знаю, что я поверни на него. Разница. Салатик. Вот истинный интеллигент жрет. Там еще остался салатик, который сколько-то. По-моему, чуть-чуть осталось еще. Я что говорю-то? Я видел, она хасла начала. Я другое говорю. Надо с ней начать разговаривать. Вы о чем снимаете? Ну, о чем вопрос так? Ради бога. Ты не возражаешься? Сейчас, Кирилл, я даем, буду тебя снимать. Хорошо. И я даем, буду тебя снимать. Мы все будем тебя снимать. Это моя комната, кстати говоря. Видите, люди? Посмотрите, как Рубинштейн ее убрал после бардака, который был вчера. Не, он еще бардак, но уже не такой. Уже бардак, но не такой бардак. Как был бардак. Был бардак намного больше бардак, чем сейчас бардак. Он был творческий бардак. Творческий такой бардачный бардак. Он был бардак, сейчас бардак не бардак. То есть он сейчас бардак. Бардачок. Вот сейчас бардак, но сейчас бардачок. Бардачевский бардак. Это был такой бардачный бардак. А вы кому-нибудь уже привет передали там? Нет. А пока пост снимаю. Да. Кирилл? Да. Ходи. Куда? Куда? Да. Это кресло мое. Я здесь живу. Посталик, ты это пошлешь со своим родителем в союз, на самом деле. Это? Да, конечно. Ты себе перепишешь на кассету все, что захочешь, из той пленки, которую мы отснимем. Потом себе просто каждый состряпает, что он хочет. Правильно. Не обязательно же 2 часа фильма. Сколько будет? А когда они там посмотрят? Ну, я подозреваю, у кого-то есть мульти-систем. Есть мульти-систем, там они точно так же переводят, как и... Так же можно перевести. Устоишь. Ну, я не знаю, это не важно, захотят, сделают. Съемки Рубинштейна жующего. Я салатик. Ну я понимаю. Что я делаю?
Смотри, пусть он тоже так говорит. Я тебя полностью провожу, если не можешь. С Новым годом надо поздравлять? Кого? Кого-то. Поздравь. Здравствуйте. Дорогие друзья и родственники, да? Здравствуйте. Нет, ты это уже сделал. Ну, я вчера сделал. Ну, я понимаю, а я сегодня зачем? Ну, я... Да? Я давай. Уважаемые телезрители. Классно, это у тебя получается. Давай, продолжай. Репортаж откуда? Это фильм был? Нет, книга. Репортаж с петлей на шее, да? Нет, петля. Дорогие товарищи. Так. В этот знаменательный день. Разрешите поздравить вас с праздником. Пожелать вам, чтобы наступивший год принес вам счастье и радость. Для вас свою споет песню свою поет песню. Стинг. Стинка снимает. Здорово, Зорка. А вот это вот даже не Стинг, это мыслитель. Но он думает. Он думает, что он Стинг. А еще один мыслитель. Жующий. Жующий мыслитель. В этом понимаешь отличие меня от Родена. В смысле, так. Моих родителей от Родена. Так. Он создал мыслителя сидящего, думающего на голову. А мои родители создали мыслителя жующего. Ну, ты знаешь, они не только жующего создали. Ну, в основном. Еще свистящего, сопящего, ходящего, лежащего. Прекратим перечисление. Потому что оставшиеся... Не для камеры. Ты уже все перечислил, что можно было хорошего? Да. Кого я бы даже сказал не хорошего, а удобоваримого. Да. А список еще не дошел до середины, а все остальное уже не так. Так что, в общем-то, я считаю, по всем показателям твои родители хорошо переплюнули. О. Почти был список. Ну, конечно. Камера, после этого списка получился до барина. Да, где-то раз так это 5, наверное. Что если 5? Не больше. Переплюнули. Что, тот только мыслит, а нет, хотя тот мыслит и сидит. А ты мыслишь, сидишь. А и все остальное. Да, не будем перечислять. А мы не будем перечислять. Слишком длинный получится. Я слишком много салат себе взял, не хочешь? Нет, абсолютно, предложу Зинке. Кому? Не знаю, Зинке, Кирилл тоже ел. Я буду спросить, что-то... Живого. На кухне сперва убежал в комнату. Это же как моя собака. Мисар, смотри, я два раза одел носки. Мисар, включи. Отключи это, отключи, я тебе говорю. Сейчас выключи.